Девочки, привет! В этом видео будут все мои маникюры за апрель месяц. И начну я с лака от бренда Stardust из серии Metal Mirror. Прислали лачок мне на обзор. По бутыльку я понимаю, что он розового цвета должен быть, номер 303. Но на ногтях я вижу сиреневый цвет. А вы какой видите? Обычно от металлических лаков кисть оставляет полосы, да, на ногтях. Здесь, в принципе, ну, они есть, но не критично. У кутикулы видно, что я там возилась и не особо там аккуратно. А по остальной поверхности ногтя все так достаточно ровненько. Плюс я еще топ сверху наносила. Наверное, он тоже помог разгладить разводы. В один слой он выглядит примерно так же, как и в два. Сейчас на мне два слоя. Так что, в принципе, можно было не заморачиваться и в один нанести. Следующий лачок от Stardust, номер 202 из серии Diamond Shine. Ого, вот это сверкучий! Я даже не ожидала, что он будет таким на солнышке. Обычно лаки с таким содержанием глиттера и шиммера больше топеры. А здесь он и в один слой хорошо перекрыл пластину. А в два слоя прям идеально получилось. Очень сверкучий лачок. Кстати, тот шиммерный лачок достаточно легко снялся. Намного проще, чем обычные там глиттерные лаки. А этот представитель серии Sweet Confetti, номер 501, тоже сверкалочка, но я его как топ воспринимаю, потому что нанесла в три слоя. Сейчас сначала покажу вот в пузырьке. И шестигранники, и кружочки, и шиммер. Красивый, но для меня это зимний лак. Ассоциация со Снегурочкой. Так вот, почему я его воспринимаю как топер? Потому что я нанесла его в три слоя. И видно, что мою желтизну ногтей он не перекрыл. Лаки от Селанасты очень покрасили мне пластину в желтый цвет. И я вижу, что... Сам лак красивый, но вот в моем случае мне такое сейчас носить нельзя. Грязный цвет получается. Но такая сверкалочка. Если нанести его поверх, например, металлического серебряного цвета, было бы вообще шикарно. Кстати, у меня от Golden Rose где-то залежался лачок металлический. Но в целом неплохо. Забыла показать маникюр с мартовским котиком, поэтому покажу хотя бы фотографии. Наносила я его в два слоя, и видно, что он не перекрыл мне ногтевую пластину, точнее, не перекрыл желтизну. Нужно было в три наносить. База здесь молочно-белая. Глиттер, кстати, серебристый, мелкий-мелкий, я даже в маникюре и не заметила, не обратила внимания. Помимо крапушек черных, здесь еще красный глиттер. И самое мимимишное в нем – это колпачок. Только почему это мартовский котик, а не мартовский енотик? Вы посмотрите, какого красавчика я сегодня выгуливаю. Шикарный мультихром от цирков.
называется Ex Machina. Вот, кстати, по таким ракурсам видна его малиновая дуохромность, точнее даже мультихромность. В нем есть и синий, и фиолетовый, и малиновый. В бутыльке я вижу зеленый, а на ногтях зеленого не вижу. Нереальный глянец, как будто жидкий металл на ногтях. Зеркальный прям эффект. Классный. Очень мне понравился. Я такие особенно осенью люблю оттенки. Но, в принципе, сейчас как раз на улице пасмурно. Подошел по настроению. А вот и пушистая мимоза. Желтый сияющий блик хорошо виден сейчас. Весенний такой лачок. Я его наношу уже второй день, и блик расползся буквально в течение часа, наверное. Неярко выраженный получился. Степной тюльпан от Масуры. Магнитный лачок из последних коллекций. Кстати, несмотря на то, что я держала над топом еще магнит по минуте над каждым ногтем, все равно блик расплылся. Появились эти сияющие частички, но самого блика четкого нет. Цвет красивый, теплый. Хотя нет, наверное, не теплый, но в нем явно есть коричневый подтон. Как только я купила вспышку от Мансуры, решила сразу же ей накрасить, не мариновать ее в очереди. Классная новинка, светоотражающий лак. Нанесла в три слоя. Поверх нюдовую Golden Rose. Вот такой у меня есть базовый лиловый кремушек. Нанесла его в один слой. Номер, если кому-то интересен, 165, серия Ice Color. Так как ногтевая пластина у меня по-прежнему еще желтая после лачков от Насти, в моем случае не вариант было наносить соло, потому что в три слоя просвечивает пластина. База здесь прозрачная, то есть он как топ, этот лачок. И при дневном освещении нюдовый такой маникюр слегка только поблескивает бриллиантики. Но это какой-то, кстати, новый уровень лаков, потому что были когда-то модные топы с мелким глиттером. Это совсем не из той серии. Намного деликатнее и мельче крупинки. А при электрическом освещении, вы посмотрите, бомба просто для таких сорок, как я. Обалдеть, мне очень понравился. Классная игрушка. Ну вот и все, это были все мои маникюры апреля. Как вам? Пишите в комментариях, какой маникюр вам понравился больше. Ставьте лайки. Всем спасибо за подписку. Вижу от вас отдачу. С каждым месяцем все больше и больше. Мне очень приятно. Буду стараться радовать вас дальнейшим новыми видео. А на этом все. Пока!